наша жизнь словно океан, невзирая на шторм и штиль, мы плывем будто по волнам, по намеченному пути. Есть у каждого цель впереди, каждый ищет свой ориентир. Путеводной звездой гори, веди, Фаберлик. К успеху за горизонт, туда, где солнце встает, где самый яркий рассвет, и ты на модной волне. Победам на парусах, забыв сомнения и страх, перед тобой целый мир. Для всех ориентир, плыви навстречу ветрам, веди команду к мечтам. Удача манит и ждет, Фаберлик, полный вперед. Наша жизнь приключение, не плыви по течению, задавай направление. На гребне высокой волны, словно птица над морем вали. Пусть летят твои корабли к мечте, Фаберлик. К успеху за горизонт, туда, где солнце встает, где самый яркий рассвет, и ты на модной волне. Победам на парусах, забыв сомнения и страх, перед тобой целый мир, и ты для всех ориентир. Плыви навстречу ветрам, веди команду к мечтам. Удача манит и ждет, Фаберлик, полный вперед. Встает, где самый яркий рассвет, и ты на модной волне. Победам на парусах, забыв сомнения и страх, перед тобой целый мир, и ты для всех ориентир. Плыви навстречу ветрам, веди команду к мечтам. Удача манит и ждет, Фаберлик, полный вперед. Здравствуйте, дорогие коллеги! Меня зовут Светлана Мельникова. И сегодня мы поговорим с вами про алгоритм масштабирования акции в 1000 рублей с консультантами и старшими консультантами. Потому что руководители крупных бизнес-структур получили свои советы от Натальи Жук. Лидеры получили наставления от Оксаны Богданович. И сегодня самое вкусная и самая интересная работа по привлечению новых клиентов консультантами и старшими консультантами. Ведь поистине для этих людей самая интересная часть нашей с вами работы. Рассказывать новым людям про удивительные возможности, про супер акцию в 1000 рублей в подарок от компании Фаберлик на первый заказ и про все те выгоды, которые может получить новый клиент в нашей с вами компании. Итак, давайте начнем. Начать нам с вами
нужно с того, чтобы добавиться в чаты наставников, которые для нас уже, для вас уже организовали ваши наставники и директора ваших структур. И, конечно же, начать надо с того, что вы освоите алгоритм индивидуального общения в мессенджерах с вашими новыми клиентами. Я понимаю, что многие или некоторые могут сейчас сказать: а у меня нет наставника, а у меня нет директора, а у меня нет чата, и я его не могу найти. Где мне найти этот чат? Предваряя такие вопросы, которые вы, может быть, захотите сейчас задать в прямом эфире, я сразу вам скажу, что обязательно у ваших наставников есть чаты, которые созданы специально для предстоящего нашего марафона, стартующего 8 апреля. Если вдруг у непосредственного наставника нет такого чата, спросите, пожалуйста, у вышестоящего директора. Даже если вы не нашли, начинайте создавать сами этот чат и приглашайте в него своих новых консультантов и своих новых лидеров, даже если у вас их не очень много. Потому что все сейчас зависит от того, как активно вы включитесь в процесс большого марафона, а нам с вами еще целых 4 компании работать с удивительным предложением в 1000 рублей от компании Faberlic. И эти 4 каталога, поверьте, могут перевернуть не одну жизнь. Далее. Для того, чтобы эффективно работать с акцией в 1000 рублей, нам с вами обязательно нужно знать алгоритм действия этой акции. Я думаю, что к третьему эфиру он у вас уже четко сложился по полочкам в вашей голове, в ваших мыслях. Но мы повторим. Итак, нужно зарегистрировать нового клиента на сайте faberlic.com. И на специальный счет нового клиента будет начислена сразу скидка в размере, промо-скидка в размере 1000 рублей. Разместив заказ на 2000 рублей, новый клиент сразу при утверждении этого заказа получает скидку на 1000 рублей. То есть 1000 списывается в момент утверждения заказа с суммой от 2000 более. Я говорю сейчас про цифры, которые действуют в Российской Федерации. В каждой стране, конечно же, свои цифры и свои промо-начисления. Я думаю, всю информацию совершенно несложно найти в личном кабинете. Далее, если вдруг обязательно это нужно учесть и рассказывать это новым клиентам, если вдруг клиент решается оформить пробный заказ, и сумма первого заказа будет менее чем 2000 рублей, в этом заказе 1000 не спишется, но она обязательно будет сохранена на счете до 28 апреля. Сейчас мы с вами работаем по 5 каталогу, или до конца действия следующего каталога. Нужно просто запомнить, что промо 1000 дается на 2 каталога, учитывая каталог регистрации. Вот эти нюансы, пожалуйста, для себя запомните, чтобы с ними успешно работать. Далее, алгоритм действия вас, как людей, которые привлекают новых клиентов, очень-очень прост. Активировать нужно помочь активировать номер нового консультанта. Что значит активировать номер нового консультанта? Это помочь ему зайти с логином и паролем в личный кабинет и ввести код подтверждения. Верификация телефонного номера – это обязательное условие на сайте компании. Ведь как тогда получит новый клиент оповещение о том, что его заказ принят в компанию, о том, что его заказ доставлен на пункт выдачи, и еще много важных технических оповещений от компании. Не пренебрегайте, пожалуйста, этим шагом и помогайте сразу своему новичку активировать его личный кабинет для работы. Далее, конечно, это для нас с вами сайт компании Faberlic, привычный инструмент, в котором мы находимся регулярно. Но для новых клиентов это та еще головоломка.
куда зайти, как сложить, как посмотреть, выбрать пункт выдачи. Давайте поможем новому клиенту, научимся помогать новому клиенту, потому что это могут быть и видеоролики, видеоинструкции, это могут быть обычные скриншоты, которые вы пошлете в тот мессенджер, который выбрали для общения с новым клиентом. Кстати, не забывайте при первом знакомстве с новым клиентом уточнять, какой канал коммуникации для него предпочтительнее. И если он выбирает Viber, помечайте себе, пожалуйста, что клиент выбрал Viber. Или если он выбирает WhatsApp, помечайте и отправляйте только в тот канал коммуникации, который предпочтительнее для клиента. Тогда вы можете 100% быть уверены, что ваша информация до клиента дошла обязательно. Далее, познакомьте нового клиента с акциями текущими, каталогами и бонусами, которые ему уже доступны, начиная с момента регистрации. Ведь качественный ввод, качественная поддержка, своевременная поддержка нового клиента на его первых этапах знакомства с сайтом, знакомства с каталогом и продукцией очень и очень важна. Я за последнюю неделю миллион раз, наверное, произнесла слово «лояльные». Но еще раз скажу, что лояльными клиенты становятся тогда, когда чувствуют от нас с вами поддержку, заботу, помощь. Лояльный клиент – это тот клиент, который любит продукт, знает, как покупать с максимальной выгодой и совершает покупки регулярно и самостоятельно. Нам остается только анонсировать новинки и новые каталоги. Далее. Помогите, если это требуется, новому клиенту создать его первый заказ. Иногда новому клиенту не нужна наша с вами помощь. В 21 веке люди научились делать покупки в интернет-магазинах и делать заказы самостоятельно, размещать заказы самостоятельно. Но у каждого из нас с вами есть возможность подглядеть, какой заказ и как формирует наш новый клиент. В разделе «Моя структура» есть сноска «Заказы моих новичков». Заходите туда почаще, смотрите, потому что у новых клиентов, как правило, первый заказ делается продолжительное количество времени. И посмотреть, как он делает заказ, то ли он кладет в корзину свою, а вдруг он положил в основную корзину то, что сейчас идет по бонусам, и вы, как волшебник, в эту минуту через предпочтительный канал коммуникации как будто случайно сделаете подсказку. Уверяю вас, у них сложится впечатление, что они в надежных руках и в очень хорошей компании, где им на каждом шагу рассказывают про их выгоды. Даже тогда, когда они могли нечаянно положить бонус за покупки по полной цене в основную корзину. Не пренебрегайте этой ссылочкой. Смотрите, как делают ваши клиенты свои первые заказы. Дальше. Расскажите клиенту, как оплатить заказ. На сегодняшний день по умолчанию у всех новых клиентов почти настроена ссылка для автоматической оплаты заказа. То есть нам с вами нужно рассказать, как пополнить счет. И, пополняя счет, у клиента автоматически оплачивается его первый заказ. Но всякое бывает. Проверьте, пожалуйста, оплачен заказ, не оплачен. Обновляйте страницу, смотрите, помогите ему положить счет, покажите несколько вариантов пополнения счета. И тогда, я уверена, ваши клиенты очень легко и просто начнут ориентироваться на сайте в любом разделе. Расскажите, как и когда забрать заказ на пункте выдачи. Уточните, что при получении пунктом выдачи заказа клиент получит в свою очередь смс-оповещение. Ваш заказ доставлен, и с этой минуты можно идти получать. У клиента целых 10 дней, чтобы получить оплаченный свой заказ. Уточните и про это тоже, потому что многие
очень переживают о том, что он не успеет забрать свой заказ, и его заказ вернут обратно. Рассказывайте про сроки, рассказывайте про правила, действующие в компании, и помогайте новым клиентам получать максимальное удовольствие от покупок на сайте Faberlic. Ну и, конечно же, очень важный момент. Когда вы видите, что ваш новый клиент все разместил, воспользовался промо-1000, успешно оплатил свой заказ и даже получил свой заказ, пожалуйста, уточните, все ли понравилось новому клиенту. Попробовал, успел ли он попробовать все то, что он заказал себе на сайте. Подошло, не подошло, возьмите обратную связь у нового клиента. Пусть он всегда в нашем лице, даже если не видит нас воочию, но через вопросы в мессенджерах, понимает, что у него есть надежный помощник по любому вопросу, связанному с Faberlic. Далее. Конечно же, наша задача, чтобы клиент не просто использовал первую свою 1000. И очень-очень сильно поможет вам в работе, кстати, предваряя новые вопросы по поводу того, где вы возьмете все материалы к сегодняшней теме. Все материалы будут размещены на сайте в новости про запись сегодняшнего эфира. Уже размещены в новостях про записи прошлых эфиров. Посмотрите, пожалуйста, в разделе «Бизнес-новости» информацию про эту акцию, про эти записи, и там же посмотрите внимательно. Там есть ссылочки для скачивания всех материалов. И тот самый тест, о котором я сейчас хочу с вами поговорить, тоже лежит там и уже вас дожидается. Для того, чтобы клиенты сами понимали, что им нужно, что им выбрать в следующий раз, предложите им пройти обычный, легкий, простой тест на выявление потребностей. Тем самым вы будете понимать, как часто клиент совершает те или иные покупки, сколько членов семьи, для кого какая продукция ему нужна и так далее, и так далее, и так далее. Имея на руках такой вот опросник, такую анкету от нового клиента, всегда удобно и легче предложить несколько вариантов наполнения корзин, потому что первый заказ в 2 или 2,5 тысячи рублей с использованной 1000, это, конечно, хорошо, но у нас с вами совершенно точно не все, что мы, кое-что мы оставили в рукаве, это не все из нашего рога изобилия. У нас с вами впереди целая стартовая программа. Потихоньку рассказывайте, не вываливайте всю информацию клиенту сразу. Пошагово рассказывайте клиенту о том, что теперь можно сделать заказ на 2500 рублей и за прошлый заказ получить подарок стиральный порошок. Я уверена, вы все уже увидели акцию «Первый шаг стартовой программы в 6-м каталоге». Да, и за заказ в 2500 рублей уже в 7-м каталоге клиент может получить уникальный, удивительный порошок для стирки белья. Расскажите пару слов об этом порошке. Уверена, и из вашего собственного опыта, и из отзывов клиентов, с которыми вы уже работаете, вы найдете, что сказать вашему новому клиенту про удивительные свойства этого порошка. Уверена, что новый клиент обязательно захочет забрать этот подарок. Но подарок можно забрать, оформляя заказ на 1000 рублей и более. Но как не рассказать про то, что, оформив заказ на 2500 рублей, клиент будет участником стартовой программы и выполнит второй шаг стартовой программы. Обязательно расскажите про это. И тогда, когда вы рассказываете про второй шаг стартовой программы, также вкусно презентуйте этот набор. 100% не сомневаюсь, у вас есть очень богатый опыт
общение с продукцией Faberlic, с каталогами и с клиентами. Вы найдете, как красиво преподнести клиенту про товары второго шага стартовой программы. И, конечно же, они снова захотят их иметь. А вот здесь пригодятся корзины, которые вы покажете как примерное наполнение для нового клиента на 2500 рублей. Обязательно напомните новому клиенту, где и как забрать этот подарок. Помните, да? В разделе промо-акций есть специальная строка акции консультанта, а в ней еще одна строка с первым шагом стартовой программы. Не забывайте об этом рассказывать новым клиентам. Не оставляйте их, ведь вам же хочется, чтобы минимум 9 каталогов клиент размещал заказ на 2500 рублей. Всем хочется. Это называется делать обычного нового клиента лояльным клиентом. Люблю это слово, потому что, наверное, очень большая лояльная база покупателей. Далее. Включите, пожалуйста, в стартовую программу своего нового клиента, показывая ему, что эта стартовая программа рассчитана на целых 9 каталогов. Иногда можно даже рассказать клиенту, что не стоит в первый или второй свой заказ покупать все, что понравилось. Рассчитайте, помогите рассчитать новому клиенту, план покупок составить. Это очень и очень выгодная история, тем более, что если вы суммарно посчитаете, сколько выгоды получает новый клиент по стартовой программе. Очень работает, когда вы показываете 299 рублей или 99 рублей стоимость набора по стартовой программе, и тут же вы показываете, сколько этот набор стоит в текущем каталоге. Ни одного клиента не пройдет мимо этой акции. Конечно же, начиная со второго-третьего заказа, мы начинаем рассказывать клиенту про удивительную программу Faberlic Club. Но где такое еще есть, когда покупая и так выгодно, с 1000 рублями, с подарками по стартовой программе, клиент еще какие-то бонусы получает. Бонусы, которые можно обменивать на продукцию из каталога бесплатно, 1 рубль всего лишь навсего. Начинайте рассказывать со второго, третьего каталога, когда вы видите, что у клиента уже накопилось 15, 20, 30 бонус-баллов, вы рассказываете про бонусную программу Faberlic Club. Шикарная программа. А если вы покажете клиенту, что у вас накопилось 20 бонусных баллов, и вы можете уже целых 2 мыла для кухни приобрести себе бесплатно. Или 2 геля для душа. Ну, посмотрите каталоги по бонусной программе и расскажите клиенту, за какие бонусы он может какие получить подарки. Великолепная акция, которая стимулирует клиентов размещать новые и новые заказы. А если мы с вами расскажем, что у клиента в 7-м уже каталоге может быть кэшбэк или скидка не 20, а 26%, я вас уверяю, и если вы покажете примерное наполнение корзины и выгоду, которую клиент получит с разницей 20% и 26%, то люди любят и умеют считать. Пожалуйста, обратите внимание, что скидка может вырасти до 26%. Достаточно просто размещать заказы на 50 баллов каждый каталог. Прекрасно! Размещая заказ на 50 баллов, клиент получает 26%. Клиент имеет возможность выбирать наборы по 99 рублей. По стартовой программе клиент больше получает баллов по накопительной программе Faberlic Club и возможность уже стать участником маркетинг-плана компании Faberlic.
Когда клиент на первых своих шагах к компании от нас получает информацию про такие удивительные возможности в компании, я вас уверяю, он останется с нами надолго. Итак, давайте посмотрим, как же мы можем с вами, научившись рассказывать все эти выгоды, а все то, что я вам сейчас рассказывала, это называется системой сопровождения нового клиента. У каждого консультанта, который решил для себя строить бизнес компании Faberlic и начать строить свою бизнес-структуру, обязательно эта система должна быть создана и все всегда лежать под рукой. Все материалы, которые необходимы для информирования и сопровождения новых клиентов. Итак, имея такую систему, конечно же, нужно начинать приглашать все больше и больше новых клиентов. Сейчас и еще целых 4 каталога. У нас с вами удивительный шанс, который нам подарила компания для того, чтобы решиться и построить-таки успешный бизнес компании Faberlic. 4 каталога – это колоссальное количество времени, когда даже с нуля, даже с 3% любой новичок может стать директором или даже больше. Осталось просто вооружиться инструментами. И давайте посмотрим первый инструмент, который называется «Работа по рекомендации». Или мы начинаем собирать рекомендации. И примеры скриптов, с которыми мы можем обратиться к любому нашему знакомому, рассказывая про то, что нам нравится в компании Faberlic. И здесь вы видите пример, когда вы какой-то своей знакомой обращаетесь и рассказываете ей про удивительное качество и удивительное соотношение цены и качества продукции Faberlic. Далее, освойте, пожалуйста, инструмент проведения мастер-класса. Для тех, кто вообще никогда не видел ни одного мастер-класса, не сталкивался с этим инструментом, я очень рекомендую вам зайти на сайте в раздел «Обучение» или на канале YouTube в плейлист «Продуктовые марафоны», он называется этот плейлист, и посмотреть прямые эфиры с Риммой Валерьевной Корнеевой. Там несколько вариантов проведения мастер-класса. Лучше вы нигде не найдете. Уделите какое-то время, и для вас не составит труда подготовиться к мастер-классу. Конечно же, после того, как вы знаете, как проводить мастер-класс, все приготовили для его проведения, нужно пригласить гостей на этот мастер-класс. Гости могут быть любые. Ваши соседки, ваши подружки, родительницы, с которыми вы водите детей в детский сад или в школу. Неважно. Огромный круг знакомых, которых вы можете пригласить и рассказать им про удивительные свойства нашего продукта. И не просто рассказать, а показать. Я не зря с самого начала сказала о том, что самая вкусная работа у нас с вами, у тех, кто только начинает продвигать бизнес и приглашать клиентов. Потому что рассказывать все эти выгодные и вкусные акции, ну это же сплошное удовольствие, дарить людям радость и возможности, которые они могут получить в нашей компании. Показывать людям на мастер-классе удивительные преображения – это тоже сплошное удовольствие. Когда мы сами с вами для себя проводим уход выходного дня, мы же с великим удовольствием, с большим удовольствием и большой радостью смотрим на себя в зеркало, на свое посвежевшее, сияющее лицо. Нам это нравится. Точно так же нам будет нравиться, я вас уверяю, начните делать мастер-классы, нам будет нравиться, когда огнем зажигаются глаза клиентки,
модели, на которой вы делаете этот мастер-класс, в которой вы показываете удивительные свойства нашего продукта. Никого не остается равнодушного. Обязательно все хотят это иметь. Пожалуйста, после каждого мастер-класса у вас будет возможность регистрировать новых и новых клиентов. Конечно же, у некоторых людей будут вопросы, и это логично, потому что такие преображения, за счет чего они происходят? Подготовьтесь к этапу работы с возражениями. Это не всегда могут быть возражения, но вопросы обязательно будут. Подготовьтесь, пожалуйста, к этому этапу и ответьте на вопросы ваших клиентов. Ну и, собственно, зарегистрируйте, подарив им 1000 рублей и все остальные возможности, которые мы с вами сегодня обсудили. Приглашать, начинать всегда легче всего с теплого круга. Как часто мы в своей жизни встречаем приятельницу, с которой не общались, ну, может быть, 2 или 3. И вдруг вспомнили, что вот еще ей мы не рассказали про возможности компании Faberlic, про то, какая удивительная продукция, и про то, что эту продукцию можно покупать с максимальными выгодами. Встречаем через 2 или 3 года знакомую, и она говорит: «Ой, знаешь, да, а вчера ко мне обратилась девушка ВКонтакте и предложила, и я с удовольствием уже зарегистрировалась». Часто такое встречается? Чтобы такое с нами не происходило, я вам сегодня, сейчас, после эфира, рекомендую заново сесть за тот старый забытый метод, который называется теплый круг, и выписать свой круг знакомых и посмотреть, кто из них уже с вами в компании Faberlic покупает по самым выгодным условиям, а кто еще нет. Поставьте себе в план, пожалуйста, общение с этими людьми. Я вас уверяю, если не сделаете это вы, то с 8 апреля, когда вся страна включится в рекрутинговый большой марафон, обязательно найдется кто-то, кто предложит вашей соседке или подружке сделать это через социальные сети. Пригласите 10 подруг из списка. Пусть они выберут свою 1000 рублей, а в среднем каждый такой заказ на 2000 дает нам минимум 15 баллов. И вы удивитесь, у вас уже не 3%, а 6%, а может быть и 9%, если подруг у вас будет больше. Но любой карьерный рост – это обязательно бизнес-план. И вы составьте себе, пожалуйста, список знакомых и тот самый бизнес-план, по которому вам будет комфортно двигаться. Хотите по 10 подружек, каждый каталог приглашайте, и через 4, 6, 7, 8, 9, у вас их будет уже 40. Хотите по 20, то есть в день по одной. Это же несложно. Но начните рассказывать, расширяя свой теплый круг через общение в социальных сетях. Помните тему из первого цифрового флешмоба, про которую рассказывала Наталья Жук? Цифровые списки знакомых. Это не обязательно те люди знакомые, это не обязательно те люди, с которыми вы общаетесь каждый день, встречаясь на лестничной площадке, в подъезде или на площадке возле дома. Это ведь и те люди, которые являются нашими друзьями в социальной сети, и с ними также можно общаться, как мы обычно разговариваем с нашими знакомыми на улице. Попробуйте, это совершенно несложно. Но если этого не сделаете вы, это обязательно сделает кто-то другой. Кто будет посмелее? Пусть это будете вы, смелый. А у нас с вами с 8 апреля стартует грандиозный марафон рекрутинговый, в который уже сейчас включилась почти вся страна Faberlic. И наставники для вас, для новых консультантов, новых старших консультантов уже приготовили чаты. Итак, в первом эфире, когда выступала Наталья Жук, все наставники, наверное, поняли свою задачу и уже
подготовили все для того, чтобы структура плавно вошла в марафон, который стартует 8 апреля. Я расскажу подробный алгоритм, как будет происходить этот марафон. Но сейчас давайте мы с вами проверим, все ли у нас готово. Итак, задача наставников – создать тот самый чат, который будет работать 24/7. В прошлые эфиры следила внимательно за чатом, который бежал на канале YouTube, и видела частые вопросы консультантов обычных, что это за чат и где его найти. Я уверена, что каждый наставник уже создал этот чат и, очень важно, оповестил всю свою структуру, что подобный чат создан, и всей структуре предоставил ссылку для присоединения к этому чату. Я вас уверяю, и вы удивитесь, не обращайтесь только к лидерам вашей команды, обратитесь ко всем, даже клиентам вашей команды, что начинается вот такая вот беспрецедентная акция, начинается такой беспрецедентный марафон. Я вам скажу по секрету, я очень сильно удивилась, когда к обычным клиентам я обратилась с просьбой пригласить подругу на акцию в 1000 рублей, и я подарю подарок в размере 200 рублей на ваш счет на собственные покупки. Это для меня тоже было большим открытием, когда многие клиенты откликнулись и сказали: «Да, я приглашу подружку и с удовольствием приму участие в этой акции». Больше чем 10 человек получили от меня денежные подарки, но зато каждая пригласила по одной подруге, и подруги с удовольствием пользуются дальше продукцией. Дальше обязательно проанонсируйте для всех тех, кто вступает в эти чаты, марафон по рекрутингу на всех своих ресурсах, письмами, в чатах, через сообщество на сайте, в личном общении. Проанонсируйте для всех. Не принимайте решение, пожалуйста, за какую-то Марию или Ирину, что она просто клиент и всего лишь там раз в 3-4 каталога совершает покупки. Расскажите ей об этом. Может быть, это ваш будущий директор, который просто до сих пор еще не получал никакой информации о таком удивительном, интересном бизнесе сетевой компании. Конечно же, у нас с вами, у всех есть минимальная задача для каждого участника этого марафона. Одна регистрация в день. Для того, чтобы это было, нужно сделать все эти площадки максимально интересными. А для того, чтобы они были интересны, чат должен быть активный. Поддержите, как я уже сказала на собственном примере, поддержите свою структуру внутрикомандной акции. Создайте ее. Один из примеров я вам уже показала. Может быть, вы пригласите активных рекрутеров и будете дарить им за каждую 5 новых клиентов или за каждую 3. Все, как вы придумаете. В фантазии вас никто не ограничивает. Соберите команду тех, я к наставникам сейчас обращаюсь, кто будет вам помогать вести этот чат и поддерживать в нем активность. Кто эти люди? Это ваши 9-15-процентники, 9-12-15-процентники, которые будут в этом чате делиться своим опытом, отвечать на вопросы новых рекрутеров, новых консультантов. Ну и, собственно, просто, чтобы вы не один в этом чате вели всю работу. Конечно, всегда интересно наблюдать за разными мнениями. Вы же смотрите эти эфиры, где говорится почти об одном и том же, разными словами. Вам интересна позиция разных лидеров. Поэтому и вашим людям всегда интересно не просто вас послушать как наставника, как директора структуры, а интересно посмотреть, как говорят об этом обычные лидеры, которые только-только делают первые шаги в этом бизнесе. Не забудьте скачать материалы на сайте компании Faberlic.
те тесты, про которые мы говорили, те скрипты, которые мы использовали в презентациях, все те материалы, о которых были эти три эфира, находятся уже на сайте в разделе, где лежит запись этих эфиров. Скачайте и используйте. Не нужно много времени сегодня тратить на создание чего-то нового. Все уже создано. Просто берите и начните этим работать. Далее. Организуйте, конечно, флешмоб рекрутинговый, который предложите провести вместе с вашей командой. Предложите вашим новым рекрутерам, новым лидерам принять участие в вашем организованном флешмобе. На улице весна. Мне кажется, она пришла уже во все города и страны. Тепло, светит солнце, прекрасная чудная погода и то самое время, когда население всех городов еще не успели устать радоваться хорошей погоде. Вот выйдите сегодня на улицы ваших городов и обратите внимание, что люди все еще улыбаются, радуясь первому солнышку. Конечно же, используйте это благостное настроение и организовывайте уличные флешмобы. Начните рассказывать про то, что компания Faberlic – это не просто косметическая компания. Уверяю, вы много людей встретите таких, которые скажут: «Что? У вас еще и товары для дома? Как? Faberlic еще и посуда? Да что вы говорите? Одежда, обувь?» Я вас уверяю, вы увидите много таких людей, если выйдете с флешмобом на улицы ваших городов. Пригласите присоединиться всех тех, кто принял приглашение в ваши новые чаты. Это те люди, которые хотят построить свою структуру, которые хотят научиться строить бизнес в сетевой компании, но по каким-то причинам не знают как, не умеют. Может быть, им просто нужна ваша поддержка. Пригласите их, пожалуйста, принять участие в организованном вами флешмобе. Заранее подумайте, как и чем вы будете стимулировать людей, которые примут участие в этой беспрецедентной. Такой акции в компании на самом деле еще не было. Такого масштаба, когда присоединяются все, наверное, еще не было. Пригласите, подумайте. Как вы поддержите, как вы простимулируете лучших, может быть. Может быть, вы составите какой-то рейтинг, и каждый день по итогу дня вы будете этот рейтинг освещать. Может быть, вы будете награждать даже самого лучшего каждый день. Или, может быть, по итогу всей недели вы будете награждать кого-то. Может быть, вы предложите провести внутри этого чата вашего командного какой-то специальный марафон, когда они будут делиться своими историями, и из всех историй дежурные по чату, или вы вместе командой, как жюри, будете выбирать лучшего. Я думаю, что вы лучше меня, наверное, знаете и точно креативно придумаете, какую движуху вам создать в этом вашем собственном внутрикомандном чате. Но пусть это будет что-то. И не планируйте себе историю на одну неделю. Подумайте, чем вы займете в следующие несколько недель или месяцев, ну хотя бы на то время, пока идет эта акция с 1000 рублями. Ведь вас никто не ограничивает. Как может быть построена работа в тех самых чатах, которые мы создаем? Ну, конечно же, сначала наша задача с вами каждый новый день начать с мотивации. Мы уверены все и так, или участники какого-то чата, или ведущие какого-то чата, и любой наш чат с вами всегда содержит какую-то мотивацию. Картинка с добрым утром или какой-то мотивационный ролик, неважно. Все, что принято в вашей команде, в вашем регионе, или все, что просит ваша душа, начните день обязательно с позитива в этом чате. Конечно же, напоминание, как это, повторение мать учения, и напоминание для участников этого чата о том, что
У нас есть программа «Минимум». Мы сами ее себе составили. Одна регистрация с заказом в день. Напомните, в доброжелательной, добродушной обстановке, после мотивационного какого-то ролика или картинки, напомните, что нас ждут великие дела. Одна регистрация с заказом. Ведь на самом деле это не просто работа по переписи населения. Вообще нет, это не про то. Регистрация с заказом, это значит еще одного человека в день сделать более счастливым, более красивым. Еще одному человеку в день помочь получить дополнительную выгоду, потому что покупать Фаберлик — это всегда выгоднее, чем где бы то ни было еще. Мы все с вами прекрасно про это знаем и пользуемся этим. Ну а что только себе-то? Давайте всех людей, с которыми мы встречаемся, ну минимум одного в день, сделаем такими же счастливыми, как мы с вами. Это совершенно несложно. Далее. Постоянно в чате нужно поддерживать активность. Я уже говорила о том, что у вас есть команда. Вы как наставник и лидеры ваши, которые растут и развиваются в этом бизнесе, всегда можете поддерживать эту активность в чате через собственные примеры. Конечно, новые люди могут еще стесняться начинать проявлять свою активность в чате. Простимулируйте ее, начните сами, расскажите, как вы вышли сегодня на флешмоб или как вы сегодня позвонили своей старой приятельнице и предложили ей начать пользоваться продукцией. Расскажите про тот метод и про тот опыт, который у вас получился. Покажите людям, что не все так страшно. И ничего сложного в нашей с вами работе, деятельности совершенно нет. Покажите своим примером. Попросите ваших лидеров сделать то же самое. И я уверена, ваши новые лидеры, ваши новые рекрутеры включатся в этот процесс. Тем более, когда будут знать, что впереди их ждет сюрприз, награда за их активность. Итак, мы с вами подходим к тому, что... Мы обсудили, что чаты уже созданы, все уже готово. Осталось только сегодня, суббота, воскресенье. Кроме дел по закрытию периода, нам с вами осталось оповестить еще все наши команды про то, что с 8 апреля у нас с вами стартует большой марафон под названием «Фаберлик Весна». 2019. Обратите внимание на хэштег. Если вы будете с этим хэштегом размещать посты в социальных сетях, я вас уверяю, вас ждет сюрприз. Далее, с 8 по 12 число на официальном аккаунте, на официальном инстаграм-канале, вы видите здесь ссылочку на официальный канал Фаберлик, будет для каждого прямые эфиры. 25 лидеров компании Фаберлик, которые ежедневно занимаются рекрутингом и владеют в совершенстве всеми инструментами для привлечения и увеличения своих структур, дадут вам 25 минимум мощнейших инструментов для работы с этой акцией. Помните, я в самом начале вам сказала, у нас с вами целых 4 каталога и 2,5 дня для того, чтобы начать сегодня, может быть, даже с нуля. Начать приглашать всех тех людей, которых мы знаем, с которыми мы общаемся, может быть, с которыми мы давно не общались. Начните составлять свои списки. Это первое, с чего вы уже сегодня можете начать действовать. Действовать для того, чтобы изменить ситуацию в корне с вашим статусом по маркетинг-плану, с вашим доходом, да и с жизнью в принципе.
Потому что дарить людям возможность покупать удивительные продукты с нашей с вами скидкой в 1000 рублей на первый заказ – это просто дарить людям радость. Не ждите марафона, начинайте уже сегодня. Потому что я уверена, что с 8 по 12 число у вас будет очень много советов, которые вы сможете применять уже на практике. И применять не просто на практике, а еще и делиться результатом с хэштегом «У меня получилось». Некоторых счастливчиков обязательно будет ждать сюрприз. И я уверена, что многие наставники обязательно создали внутрикомандную какую-то мотивационную промо-программу. Очень многие. И я сейчас особенно хочу обратиться к тем, которые в растерянности, может быть, слушают эти эфиры и думают: у меня нет наставника, у меня нет никакого чата, и, боже, я один. Пожалуйста, не думайте так. Наверняка вы есть в каких-то региональных чатах по бизнесу, или вы знаете контакт какого-то лидера, который, может быть, обслуживает вас на пункте выдачи. Подойдите с вопросом и попроситесь присоединиться в чью-нибудь уже действующую команду. Уверена, у нас такая дружная семья Faberlic, что вам никто не откажет. Но даже если вдруг вы живете на маленьком-маленьком острове, где Faberlic доставляется посылками авиапочтой, и у вас нету даже пункта выдачи и никакого другого лидера, начните создавать чаты сами. Вы удивитесь, как скоро вам понравится все то, что вы внутри создадите сами. Как скоро вам понравится, когда люди, которых вы пригласите в этот ваш первый чат командой, начнут говорить вам спасибо, потому что им тоже грустно и скучно. И они тоже живут на маленьком-маленьком острове, где нету даже пункта выдачи, и где Faberlic доставляется только авиапочтой. Я, конечно, вы понимаете, я шучу сейчас, я утрирую, но я хочу показать вам, что не бывает безвыходных ситуаций. Если нету, можно сделать. И это совершенно точно возможно. Можно найти, можно присоединиться, а можно сделать самостоятельно. Кстати, это самый лучший способ для рождения нового лидера. Это я вам говорю. Я знаю, про что я рассказываю. Ну и так, еще раз пробежимся мы в завершение. Посмотрим, какие задачи стоят перед наставником. И я уверена, что все наставники всей нашей большой страны обязательно все эти инструменты уже подготовили. Итак, создан специальный чат, проанонсирован предстоящий марафон, сделаны всевозможные рассылки по всей структуре и, конечно же, составлены бизнес-планы. Составлен план роста для каждого лидера, который решился вступить в этот марафон, стать его участником и использовать 4 с небольшим каталога для взрывного роста нашего с вами бизнеса. Ну и примерная структура в чатах у вас, примерная структура дня в чатах. Для тех, может быть, кто не умеет еще самостоятельно вести чаты, сопровождать чаты, организовывать в чатах работу, пожалуйста, ознакомьтесь с примерной структурой, как может выглядеть ваш чат. И совершенно точно акция 1000 рублей в подарок при регистрации очень понравится всем тем новым клиентам, которым вы потрудитесь ее рассказать. Может быть, за время эфира у нас появились какие-то вопросы, на которые я еще не успела вам сказать. Не переживайте, не успела осветить, может быть, во время эфира. Не переживайте, возможно,
Возможно, вы, пересмотрев записи первого, второго, третьего эфира сегодня, найдете все ответы на все возникшие вопросы. Но мне кажется, что именно сегодня картинка из трех дней у вас должна была сложиться. После того, как вы все понимаете, что если вы сейчас начинающий лидер 3,6% до 9%, то для вас все приготовили ваши наставники. Или вы будете тем самым лидером, который создаст все сам из нуля. Может быть, вы 9, 12, 15-процентник, лидер, старший лидер, вице-директор даже. И вы точно уже понимаете, что вы должны сейчас стать единой командой со своим директором и включиться в активное сопровождение тех чатов, которые созданы по всей стране, во всех структурах. И, конечно же, если вы уже руководитель крупной бизнес-организации, директор, старший вице-директор и далее, то вы понимаете, что самая большая ответственность лежит сейчас на вас. Вы сейчас та самая поддержка и опора для всех тех новых людей, которые хотят включиться в этот процесс, которые хотят увеличить свои структуры, и именно вы можете им помочь, организовывая все эти чаты, создавая внутрикомандные промо-программы, создавая поддержку и мотивацию в чатах, ну и, конечно же, организовывая большие рекрутинговые мероприятия и обмениваясь опытом. Я сделал так, у меня получилось. А я вот послушала ее, и у меня тоже получилось. Стимулируйте свою структуру на общение, на рекрутинг, на расширение команд, на то, чтобы они вышли в люди и начали рассказывать про 1000 рублей от компании Faberlic на их первый заказ. Я очень рада была сегодня пообщаться. Надеюсь, что я была для вас полезно, и до скорой встречи в новых наших эфирах. Всего доброго! Наша жизнь словно океан, невзирая на шторм ништяк, мы плывем будто по волнам по намеченному пути. Есть у каждого цель впереди, каждый ищет свой ориентир. Путеводной звездой гори, веди Faberlic. К успеху за горизонт, туда, где солнце встает, где самый яркий рассвет, и ты на модной волне. К победам на парусах, забыв сомнения и страх, перед тобой целый мир, и ты для всех ориентир. Плыви навстречу ветрам, веди команду к мечтам. Удача манит и ждет, Faberlic, полный вперед. Наша жизнь – приключение, не плыви по течению, задавай направления, создавай вдохновение. Будь на гребне высокой волны, словно птица над морем вали. Пусть летят солнце встает, где самый яркий рассвет, и ты на модной волне. К победам на парусах, забыв сомнения и страх, перед тобой целый мир, и ты для всех ориентир. Плыви навстречу ветрам, ведь
мечтам удача манит и ждет фаерверк полный.